Привет, друзья и гости моего канала. У нас сегодня, друзья, завтрак. Рис аппетитненький, перец, морковочка, помидоры пассеровала и два яйца домашние, мои яйца домашние, вернее, курочки мои. У меня их 30 штук. Приятного аппетита! Я вчера рано легла. Чё-то я так спать вчера захотела. Прям вот какая-то слабость, прям вот все, прям вот валяло меня вчера. Думаю, блин, ну надо это самое пораньше лечь. Ну не знаю, что прокружилось то-то-то-то-то и как-то вот нашлепалось за целый день. Какая-то слабуха к вечеру. Вот и знаете, вот что поздно ляжу, что рано ляжу. В 6 часов подъем. Ну так. Прервалась-то немножечко. Стала, как всегда, смотреть звук, и он у меня потух. Видали, как у меня цветут хризантемы? Это я сорвала. Друзья, это одна веточка. Посмотрите. Друзья, одна веточка. Видите? Один ствол. И какое обилие дает. А там этих веток 1001 ночь. Я их наломала много. Буду черенковать и сажать. Я вчера питательный грунт взяла, универсальный для цветов. Цветочный грунт. Опять геранти свои посадила. Кыш, мешают. Размах делать мешают. Завтрак у меня очень вкусненький. Видно, друзья, да? Ну, видно.
Вчера у нас такой жаркий день был. Ну, не знаю, сколько было градусов. Краска у меня стоит, и что-то никак руки у меня не доходят. Покраситься. Я вчера включила Малахова, ну, по Ютубу. Ой, ну это вообще комедия. И там, значит, показывают Гогена Солнцева. Как он с этими, со своими женами-то, старушками. Ну это вообще комедия, ой. По-моему, они там все полоумные. И он, и две его подружки. Что-то там такое нездоровое. Это вообще комедия. Ой, ой. Дурдом полный. Наверное, тоже видели, да, друзья? Что делает шоу и деньги с людьми, да? Дураками делает. Но не всех. Там, наверное, серьезно что-то. Там, наверное, клиника замешательства должна быть. Но ой, а как его невеста потом, вот эта вот рыжая, рыжая-то старушка, что сделала пластическую операцию. Как она дочь свою избила. Но это уже вообще, по ней плачет психушка. Это уже вообще, надо все рамки перейти. Маразума. Это просто маразум, натуральный маразум. Это нездоровый мозг.
Это уже какое-то отклонение, уже психическое. Это нездоровое, друзья. Как это применять на молодого до полусмерти избить дочь? А если бы ее не оттянули? Она бы ей все мозги бы выбила ногами, каблуками. Это что? Это психика конкретная. Больной человек. Да, согласитесь. Вот я бы сейчас мать кинулась бы на свою дочь. Но это как? За какого-то вот этого шоумена. Видели, наверное, да? Но не видели, посмотрите. Это вообще... Еще они собираются ребеночка создать. Ну, это я так выражаюсь. Создать. Надо изолировать от таких родителей. Какие там могут быть дети? Очень я вкусненько поела. Про Гогина, Гогу, про этого поговорила. Ну, кому не, кому интересно, такие вот все. Вот эти вот истеричные все вот эти вот. Зайдите, посмотрите. Ну, я вот это немножко посмотрела. Ой, нет, 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 нет. Посмотришь вот такие вот тут канальчики. Со склонениями с людьми, и сам такой станешь. Не, досмотрела до конца все. Больше я туда залазить не буду смотреть. Это полный дурдом. Полнейший. Да главное дело, все трое, и все друг друга стоят. Вот что характерно. Во, сошлись, да? Все, друзья. Покушала я. Спасибо, что создали мне компанию, посидели со мной. Ну, немножечко, конечно, я от завтрака отошла в сторону вот этого шоу. Всем пока-пока. Здоровья вам, радости на душе и позитива.